Привет, друзья! Сегодня вам покажу свой перец. У меня грядка 10 метров в три рядочка. Перец растет отлично. Перца полно. Перец разной формы. Заостренный, закругленный, разный. Урожай хороший. Так как я поливаю каждый день, то я сегодня собрала перец, который в земле концы были, касались земли. И чтобы он не сгнил, мне пришлось его сорвать. Смотрите, самолет летит. Гудит. Смотрите, какой огромный перец. Огромный. Это желтый магазинный перец. Он тоже земли касался, я его сорвала. А его полно. Вот где-то тут я вижу, вон, смотрите, куст. Тут вон сколько штук? 5. Он еще такой маленький, а видела, там и большой есть. Так что пусть растет. Будем ждать.